Всем привет! Шел третий выходной. И мы выбрались на пляж. Вот сидим, загораем, как вот видите. Такая погода, тучи. А все равно ультрафиолет проходит сквозь тучи. Мы чтобы не гореть. Ну да. Сидим, получаем порцию витамина D. Этого монатика. Мохнатика, сейчас пойдем купаться. Нет, купаться мы не пойдем. Мы сидим. Это одно из моих самых любимых мест здесь, в Днепропетровске. В клубе Бартоломео есть White Beach. Ну, то есть такая расчищенная территория, белый завезенный песочек. Игорь сейчас вам покажет. Уже как бы начали тут готовиться к сезону. Пуфики ставят, натягивают тенты, что-то там красят, что-то лампичат. Ну, в общем, 18 мая, кстати, официальное открытие. Лена уже купила билет себе. Ну, короче, да. Вот, здесь вот White Bar. Ну, как бы тоже прикольно, лежишь все под зонтиком, музычка играет, коктейльчики наливают. Вообще очень мило. Есть беседочки, можно там компашкой завалиться и как бы отдыхать. Вот, поэтому в прошлом году тут частенько бывало. Мы открытия не дождались, пришли раньше, ну, заняли вот место, столик. Да, мы самые первые, мы открыли сегодня. Я тоже был зимой на этом пляже. Да, Игорь тут купался. В проруби. На крещение в проруби. Первый раз. Ну да, как-то так. Вот цветет эта груша красивая. У меня даже с ней фотка есть где-то. Ну вообще, когда, ну так очень атмосферно, потому что, смотрите, на заднем плане, ну, типичный город, высотки и все. А здесь как бы такое, как погружаешься в какую-то такую атмосферу релакса, отдыха. И эта груша, там сезон такие огромные груши висят. Ну, вообще, продается? Прикольно. Нет, можно рвать и есть. Вот, так что, в общем-то, короче, дождались мы товарищей тепла, солнца, ну, солнце там за тучами, но лето неизбежно, оно идет уже совсем скоро. Жара. Да не будет никакой жары. Пекло. Не будет никакого пекла. Будет кайфно. Пока.